Ребят, всем привет, это Pixel Blade. Такая вот игруха, она тоже от нашей уже знакомой нам компании, которая выпускает игры. Я здесь немножко поиграл, и сейчас я вам хочу показать ее. Она получше игрушки, которая у нас шла до этого, то есть Pixel Герой, по-моему, она называлась. Здесь это что-то вроде такой арены. То есть, смотрите, давайте начнем. Вот четвертый этап. Здесь вам надо мочить. То есть это пиксельная игра, соответственно. Ничего от нее такого ожидать не стоит, но она покруче той вот, что была у нас до этого. Здесь идут волны. То есть вы можете использовать всякие способности. И убивать. За это вы получаете деньги. За деньги вы получаете всякие апгрейды. Самое прикольное, что она идет офлайн. То есть с собой взять куда-нибудь запросто можно. Здесь куча оружия, здесь куча брони всякой, персонажей. То есть вот вы получаете, можете троекратно увеличить. Заходите в мир, ну там либо продолжить и продолжать их убивать. Вот, мы сейчас заходим, в шахте у нас добывается всякая добыча. То есть вот мы забираем ее. А здесь есть рейтинг, всякие события, то есть события что такое? Это магазин. События это магазин, тут есть пакеты, то есть всякие герои, камешки можно купить. Ну, соответственно, все, что вы... Бесплатно вот только можно за рекламку. Золотые ключики там всякие, все остальное. Все, что поможет вам прохождению. Тут есть коллекция, где вы... Можете посмотреть, какие мечи тут есть всякие. То есть косы. Все в таком духе. Вот. Так, что мы вот здесь... Соответственно, вы можете улучшать свое оружие. Вот слева внизу. Оно сейчас используется. На ну, следующий апгрейд стоит 720 золотых монет. То есть запросто можете улучшить. По броне все то же самое. То есть вот у вас есть... Всякие кольца, броня, щиты, и все это вы улучшаете. Здесь персонажи, они приобретаются за гемы, то есть их много. Есть всякие щиты, то есть за два ключика. То есть вот так вы можете его вращать, и вот они, видите? 2000 ключей даже есть. То есть, ну, достаточно много всего. Также здесь есть анимация вот такая. Шлемов. И крылья. Ну, крылья вплоть разные, короче, бывают всякие. Красивые, некрасивые. Вот здесь вот даже есть. Такие, типа ангел. Ну, это анимация тоже. Ну, соответственно, щиты здесь вот тоже 4 этих. Ну, 2, вот. Такой щит, то есть достаточно мощные. Красивые там всякие. И персонажи. Нет, персонажей здесь не так много. Вот всякие тут королевские шапка. Ну, в общем, это пиксельная игра. От нее ждать особо-то не надо. Ничего такого. Тут вот есть навыки, которые можно использовать. Некоторые закрыты. То есть их нужно приобретать за вот эти книжечки розовые. Вот. И мы, допустим, заходим. Так, вот здесь волшебный магазин, это вот то, что продается, да? Хорошо. Заходим дальше и, допустим, второй этап. Четвертый. Четвертой части. И здесь вам надо всех мочить. В принципе, как обычно. Использовать всякие заклинания.
и смотреть, чтобы вас как можно меньше попадали. Здесь еще даются уровни. Вот этот круг достаточно годный. Ну и всякие заклинания тоже годные. Когда остается один чувак, можно его, ну, хорошо замесить. Все, миссия выполнена. Но это только начальные. Они, конечно, самые такие простые. Поэтому, скорее всего, в дальнейшем там будет достаточно сложно. Следующий этап. Такая достаточно простенькая она, но веселенькая. Боссы. Создание у нас теперь открыто. И здесь мы можем создавать... Соответственно, за кубики разные, я так понимаю, героев. Разных, они потом будут открываться. Вот здесь щиты, также видите. Когда мы накопим определенное количество, мы можем создавать себе щиты, шлемы. Рюкзачки тут, ну это типа что-то вроде крыльев. И, соответственно, вот все наши вот эти вот кубики, которые мы собрали. Так, в волшебном магазине что-то у нас появилось. Получить мы можем. Бесплатно какое-то оружие. Ну, что сказать, от бесплатного ничего такого хорошего-то ты и не будешь ждать. То есть вот, тоже бесплатно получить можно. Видите, тоже 5 и 700 монет. То есть достаточно хорошо. По оружию, то есть мы можем улучшить его. Давайте 750. Так, давайте лучше все-таки бронюшку нашу улучшим. Да, вот здесь в принципе ничего такого не сделаешь. И здесь она добавляет, то есть вы можете посмотреть, 140 очков здоровья, это частота выпадения всяких предметов. То есть вот за 220 можно очки здоровья и защита. Здесь очки здоровья, тоже защита, но здесь подороже стоит. 560, 580. Ну давай за 580 и, допустим, за 560. Вот так, апгрейд сделали. Давайте опять вход в приключения и еще один этапчик пройдем. В принципе, для офлайн игры вполне себе нормальненько. Конечно, вот так вот залипать, наверное, когда у тебя есть доступ к другим играм и интернету, особо не позалипаешь. Но кто знает, кто знает. В принципе, здесь нормальненько все сделано. Это не как та игра, вот до этого, я не знаю, какую, я выложу ее, короче, как не Pixel Hero.
Здесь, конечно, возможностей гораздо больше, и здесь управляешь в 3D персонажем. Здесь, конечно, повеселей. Вот, поэтому смотрите сами. Такая вот игруха. Если понравилось, качайте. Это был первый взгляд на нее. Если реально она вам зайдет, мы можем даже ее постримить, если захотите. Но это, соответственно, все зависит от вас. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Впереди много новых игр. Пока-пока.